переводить. Она быстро ускорила свой монолог, и я ссылаюсь на то, что мы здесь все славяне, и славянский язык нам близкий, и вы, наверное, поняли ее слова, которые касаются открытия первого центра представительства Донецкой Народной Республики в городе Острава. Сейчас переходим к вопросам, если они существуют. Сейчас мы договорились, что хоть коротко вам перевожу то, что было содержанием этого выступления. Спасибо вам, что вы приняли на сегодняшней пресс-конференции открытию первого центра представительства Донецкой Народной Республики в Европе. Сначала я хочу вам сообщить причины, которые вели к тому, что возникло этот центр именно в Чешской Республике. Донецкую Народную Республику я посетила уже больше раз. И лично меня затронул местный конфликт, который является открытым военным. Всю ситуацию я наблюдаю с ее начала, и благодаря многим посещениям имела возможность ближе узнать жизнь местных жителей и ознакомиться с политической ситуацией. В ходе моих посещений мы взаимно заключили отношения с правительством Донецкой Народной Республики, и на многих встречах мы дошли к одинаковому заключению о нашем сотрудничестве, его расширить и укрепить взаимные отношения между Чешской Республикой и Донецкой Народной Республикой. Хочу взять отношения и традицию из прошлого, когда город Острава и город Донецк связывала дружба и договора о сотрудничестве. Целью Центра представительства является дать возможность координировать взаимную коммуникацию между гражданами обеих стран. Будем сотрудничать